Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу лучшие гличи для новичков. И я решил, что все гличи в одном видео, это будет удобно, поэтому долго не буду тянуть. Погнали! Итак, первый глич — это глич с колесом. Здесь мы просто подходим к нему и начинаем его крутить. Если вы видите, что вам выпадает то, что не нужно, тогда отключаем интернет и вас перекинет в сюжет. А после снова переходим в онлайн и можем крутить так до бесконечности, пока вам не выпадет то, что нужно. Мне кажется, этот глич для начала очень даже неплох. Второй глич на сегодня — это АФК глич на деньги. Здесь вам нужно просто отметить дело и зайти в игру. После выбираем в списке дел отмеченные и заходим в лобби. Далее выбираем, что вам нужно, и запускаем само дело. Когда мы прогрузились, вам нужно просто зафиксировать любую кнопку, желательно связанную с действием. Например, прыжок или ходьбу. Если вы зафиксировали, то просто отходим по делам, ведь суть самого выживания в том, что NPC сами будут себя сливать, а вы при этом ничего не будете делать. Всего тут 20 волн, и занимают они от 15 до 25 минут. За это время вы можете сделать свои дела и прийти забрать деньги, а доход с этого составляет от 30 до 60 тысяч долларов. Простояв так 20 волн, я получил 60 тысяч долларов. И как вы можете видеть, это один из лучших гличей для новичков в данный момент. Следующий глич связан со спавном тюнингованных машин. Просто приезжаем в это место с 22 до 2 часов ночи и спускаемся вниз. Далее несколько раз поворачиваем налево. После третьего раза мы можем встретить тюнингованную тачку. Просто садимся в нее и везем ее домой. После того, как мы привезли первую машину, делаем все точно так же. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Как только мы повернули третий раз, снова встречаем эту машину, только в желтом цвете. Также везем ее домой. Таким образом, вы можете собрать полный гараж из этих машин. Одна тачка стоит 17 тысяч долларов, и это очень легкий фарм. Вам почти не надо прикладывать никаких усилий. Последний глич на сегодня — это фарм магазинов. Он может подойти не для всех, но все-таки кому-то пригодится. Нам нужно просто ограбить магазин. И как только нам скидывает мешок с деньгами, заходим в меню паузы и переходим в редактор. После того, как мы прогрузились в редактор, возвращаемся обратно в сессию по приглашениям. И теперь вы снова можете ограбить этот магазин. И так можно делать до бесконечности. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями. А также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.
never gonna make.